горячо копируешь. Ничего не так видно, что он такой. Вот как сама за себя. Дай-ка я на нее посмотрю. Блин, лучше подальше. Подальше она лучше смотрится. Копирует Татьяна Юшманова. Скопировано очень плохо, потому что постоянно опаздывала, пропускала занятия, просыпала до 12 часов. Ночью она не спит, ей спать некогда. Ночью она на работе. Вот сегодня посмотрите, опухшее лицо, красное. Абсолютно не похоже на оригинал, набрано в цвете. Безобразно по рисунку и вообще недоделан. Вот, приспичило. Сейчас побежит. Безусловно. Это лучше потом сними, как мы будем копировать. Андрей Михеев копирует автопортрет Ван Дейка. Но он, конечно же, ему не по зубам. Схватил, что говорится, слона за яйца, теперь не в состоянии их проглотить. Очень сложная работа. Хватил кого за яйца, а? Ван Дейка. Вообще какого-то молодого человека просто схватил. Да ну чё, Ван Дейка. Провали. Сомнительной наружности. Да.
большим тиражом по всей стране. Вас узнают. Ты не меня снимай, да? Театр. Я помню, тоже его пытался копировать с репродукцией, правда? Не получилось. Скажи что-нибудь, Семен, дай совет, там, что-нибудь вроде того, что старые мастера работали без лишних телодвижений, там, еще что-нибудь. Ну, что ты молчишь? Молчит. Не раскрывает секрет старых мастеров. Ну, все, как мне нравится. А что он там рассматривает? Ночью. Какая проза жизни? А как все это красиво? Огороженное искусство. Пойдем. Фильм об Академии, про Энн с Глазуном. Можно тебя запечатлеть? Можно. Семен, можно? Начинай снимать. Во всех ракурсах. Подойди туда, сзади. Кстати, можешь сходить вот через два зала подальше. Там один больной человек копирует прекрасную работу. И вот с Лениным перекрещивается. Безумие. Сходи с ним. Может быть, кто-нибудь делает. Я вообще побегаю бы сейчас по залам. Просто работа сама. Мне более тебе понравишься. Рафаэль бы снял еще. Палитру с ними. Через какие краски Рембрандт писал? Да. Кобальт синий светлый. Когда она появилась, Юль, в каком году, не помнишь? Кобальт, это у меня с этюдов осталось. Это с этюдов осталось еще. Вон там изумрудка. Через сажу газовую, по-моему, еще там. Что это такое? Мальчик, освещенный солнцем. Только его никто не написал, к сожалению. А в принципе, как у Серова, только в Эрмитаже.
Зачем тебе это? Скажи что-нибудь. Ты давай позвонишь. Я вот не могу дозвониться. Позвоню. Да я тоже сам. Ну не видно ничего. Как снимать? Ты отражай. Ракурс. Так видно. Лучше переверни ее той стороной, которая не блестит. И закрой лицо так. Ну. Не получится. Ладно. Гений пишет, смотрите. Рембрандт. Скромнее надо. Тебе? Нет, мне тоже. Ну, смотрите, гениальный мазок. Гениальный. Плавкость, все прямо. Все как там. Нет, молодец, так. Как раз вот эту пленку покажем. Владимиру Альбертовичу, Ивану Ильичу. Вот, сравнить, все как там. Ставьте нам 5 за практику. Сходи себе на Женька себе, а то может он еще глядишь уйдет скоро. Да. Пойдем вместе сходим. Ну пойдем. Сколько сейчас времени? Ну, 3 часа. Thank you.
Ну как? Надо все заснять. Как мешает? Палитру. Палитру. Да. Палитру. Кисточки. Ну что, Аби? Все аккуратно, как вам Дэвид. Он некрасивый, да? Красивый? Нет. Рыжий какой. Наша эта бабушка считает, что уже подобный. Ну. Наташа привыкла к воинским грузинам. Андрей, сам говорил о серьезности, а сам такие пошлости гонит, а? Что я забыл совсем. А? Грузин тебя или? Грузин? Да, я год слушаю. Блин. То, что я снимаю, да? Ходить не надо. Это Семён. Мастер по копированию. Красавец. Обалденно. Обалденно. Прям вообще на Прамандейк второй. А ты это, подойди медленно, крупным планом, возьми ему голову, потом эти головы. Угу. Девятор сказал обалденно. Врет, потом Гансен. Не прибедняйся. Да нет, голос на самом деле сказал, что не выйдет из меня твоего Вандейка. Да? А ты слушай больше. С тебя будет один дитя на коже сильно. Ну, это даже не интересно. Ну, чувствую, что нормально становится. Просто темно, на самом деле. Так, не надо, я уже снимал этот портрет столько раз. Да я свой снимал. Ребят. Чего включилась сцена, ты видишь, как он? Я не дам ничего на то, выключили. Включай. Включай, Наташа. Ага, это давай комментарии. Комментарии. Без комментариев лучше. Тихо. Андрей, помедленнее. Вот, прошла четверть день. Не Вандейк, не надо снимать. Ну что?
Ну ты видишь, я рожу какие-то. Нельзя так снимать близко, Тань. Нельзя? Картины, да. Почему? Искажение будет? Да, искажение, надо отходить. А если уменьшенный план, ты сейчас сделала? Все равно. Да? Красиво. На каждого недолго. Это автопортрет в шляпе. Да. Слушай, Таня, ты тоже фотографию неправильно довела. Ага. У тебя наклонил вперед получилось больше. А, больше, чем надо? Ну так вот. Сам наклон какой-то, ну, не может. Слушай, как он губастый. Может, крем стоит? Ага, такой как губастый. Слушай, какие... А тут и губы такие. Такие нежные. Чувствую. Вот он с таким выражением меня глядит, я не смогла писать так. А я, кстати, не могла слышать. Ты посмотри, с какой рожи он смотрит. Глаз такой. Запоешь такой. Запоешь. Да, запоешь. Бывало, маслянистый такой глаз. Фу. Пошли, пожалуйста. Нет, мигает у тебя уже, мигает. Выключай.